к мнению, что ты никогда не был обделен вниманием со стороны, например, журналистов. Ощущаешь ли ты, что UFC к тебе внимание, вот со стороны UFC к тебе много внимания, хотя ты на мероприятиях, медиа мероприятиях не участвуешь? Ну, пока только в Инстаграме вижу, там, в интернете, там, а так, вот только я сейчас столкнулся, приехал в гостиницу UFC, где они нам сняли номер, а так, пока еще никак не был контакта с UFC никого не было. Надеюсь, сейчас хайп-машина их не заработает, а так, в основном, я работал на российскую аудиторию, сейчас, конечно, прощаю берега свои, и пришел, приехал захватить новые берега. И иностранную аудиторию тоже захватывать. Есть какие-то заготовки у тебя для иностранной аудитории, может быть, чтобы знать, какие-то фразы лучше на английском? Потому что знаем, что у тебя с английским пока не очень. Ну, как минимум одна фраза есть «I came for my gold». Вот эта сумка должна быть заполнена золотом. Три еще багажа должны быть заполнены. Короче, должен уехать весь упакованный отсюда. Иншаллах, и забрать свое золото. Будешь подавать себя как пирата? Ну да. The pirate is here. The pirate is here, yes. А какие ожидания от первой встречи с Бруно Силвой? Не знаю, я очень рад буду его увидеть, честно говоря, с теми событиями, которые были, все снимались, травмы какие-то, я уже переживал за него, думал, уже написать ему билет, чтобы он мне свой скинул, я его встречу в аэропорту, оставлю его, да, клетки живым, здоровым, невредимым. И из-за этого только рад буду его увидеть. Рад, что дали такого соперника, очень маститый, титулованный и заряженный, и по российской аудитории тоже не новенький, так что полный газ, есть за что бороться и кого выигрывать. У тебя настрой лучше, чем даже в Дагестане, когда я с тобой встречался? Ну да, сейчас я чуть-чуть отдохну, а так как у нас в Дагестане были, был процесс подготовки, очень голова, можно сказать. Я была в тумане, типа работу свою дали, сделал, и вот хотел только сейчас уже настраиваться на весогонку. Но, как вы знаете, я много не гоняю, так что поэтому в хорошем духе, не как мои соперники, там другие, кто много гоняет. В Таиланде с кем-то пересекался из бойцов UFC, может, кто-то тебе что-то советовал, кто-то что-то рассказывал? Из бойцов UFC, наверное, из российского контингента только со всеми общаюсь, дружу, поддерживаю связь. А другими иностранными, ну, я знаю, что у меня с ними драться, я с ними спарринг, становлюсь спаррингами дел. Так что те, кто за кем я раньше следил, болел, возможно, теперь могут быть мои соперники, так что на них, на соперников вот настраиваюсь. Немного не огорчает тебя то, что ты первым выступаешь в карте, по сути, открываешь турнир? Ну, немного, чуть-чуть, да, были моменты, но я... лучшей стороны на все смотрю, каждую ситуацию набрать плюс. Видимо, UFC захотело, чтобы с первого боя все смотрели, на арене уже сидели, ждали бою. И я заряжен показать такой бой, что другие бои, как минимум до главного карда, скучные оказались.